Морозы станут еще крепче. Синоптики обещают под минус 40. Автоинспекторы советуют воздержаться от загородных поездок. По прогнозам метеорологов, в эти выходные по ночам температура опустится ниже 35 градусов, днем 28 ниже 0. Аналогичная погода сохранится и в начале следующей недели. Небольшое потепление возможно только ближе к среде. От 20 до 16 градусов мороза днем, по ночам около 30. В такую погоду возможно ухудшение видимости на дорогах, поэтому полицейские настоятельно советуют тщательно подготовиться к поездкам, запастись топливом, зарядить телефон и взять побольше теплых вещей. О происшествиях можно сообщать по телефону 227 96 91.